Часто возникающая практическая задача – сравнение двух массивов. Общее правило в Java заключается в том, что оператор равно-равно сравнивает ссылки, то есть ссылаются ли две переменные на один и тот же объект. Это подходит не всегда. Для сравнения объектов по содержимому в Java обычно используется метод equals. К сожалению, вот именно для массивов он не работает. Ну, точнее, работает, но также сравнивает ссылки. Для сравнения содержимого есть метод equals в классе arrays. Не забудьте только импортировать этот класс в начале вашей программы. Метод arrays_equals попарно сравнивает элементы двух массивов, но только на первом уровне вложенности. То есть он отлично работает для одномерных массивов, но для двух и более мерных он будет ошибаться. Решение для многомерных массивов – метод deep_equals, глубокое сравнение в том же классе arrays.